я продолжаю свою обширную серию различных подборки различных народных рецептов при различных болях в ногах. Это может быть плохая циркуляция лимфы, то есть ноги напухают, ноги отекают, ноги тянут, вены тянут, ночью невозможно спать. В общем, все это подпадает под вот эти различные рецепты, которые вы видите в этой серии. Применяйте эти рецепты, и, конечно же, вам будет намного-намного легче. Рецепт. Для сегодняшней терапии нам понадобятся яблоки. Яблоки антоновские. Только этот сорт идеально подходит для вот этой терапии. Она очищает, уменьшаются отеки и так далее. Потом впоследствии уменьшаются и боли. 3-4 антоновских яблока заливаем 1 литром чистой воды в кастрюле. Вода, конечно же, должна быть кипящая. То есть заливаем кипящей чистой водой. Закрываем и очень тщательно все укутываем. После того, как вы хорошо укутались, желательно одеялом эту кастрюлю, надо, чтобы она подольше там постояла, то есть это наши яблоки подольше там постояли, где-то не меньше 4-5 часов. После этого берем нашу толкушку и прямо в воде расталкиваем эти яблоки, чтобы они полностью на кашу там растолклись. Несколько раз все вот так смешиваем. Все. Теперь необходимо все профильтровать. Притом профильтровать нужно очень тщательно. Фильтруем наш раствор и в чистой баночке ставим его в холодильник. Хранить его можно 3 дня, не больше. Потом просто его выливаем и делаем новый раствор. Значит, каждый день утром натощак после пробуждения и перед сном по 100 мл выпиваем данного раствора. Утром встаем, сразу натощак раз и 100 мл данного раствора выпили. Если он у вас стоит, не если, а он у вас стоит в холодильнике, можно очень осторожно его чуть-чуть подогреть, чтобы он, конечно, не был холодный, как лед. Такую терапию идеально проводить курсами где-то по 1,5 месяца. Через 1,5 месяца делаем перерыв. Первый раз 2 недели. Потом повторяем. Второй раз перерыв сделаем 3 недели.